Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. $1 баланс на инсене. Ну что там, мои господа, пришло время вновь поиграть на этом прекрасном краш-сайте, потому что сейчас мы хотим поднять нож. Ножик с одного баланса. Я давно это не делал, это очень уникальная рубрика. При помощи подписчиков мы берем и поднимаем нож. Давайте честно, я не знаю, куда мы сегодня зайдем. Я не знаю, как мы будем это делать, но я пипец как сильно хочу при помощи минера, ролла, апгрейда и, конечно же, бешеного краша просто взять и поднять на халяву ножик. Обязательно попрошу тебя поставить свой царский лайкосик. Если будешь играть, не забывай, что ты можешь зайти в пополнение и использовать промокод на 100%. Этот промокод Predator, он дает плюс 100% на первый депозит абсолютно всегда. То есть, если ты не знаком с сайтом, это уникальная возможность тебе залететь на сайт и получить плюс 100% совершенно бесплатно. Но если ты знаком и ты депозитил, используй промокод Predator30. Так ты будешь уверен, получаешь плюс 30% на каждый свой депозит. Например, ты закидываешь 1000, получаешь 1300. 10 тысяч закинул, 3000 бонусом. И этот промокод работает всегда. Поэтому обязательно используйте, отыгрывайте свои промокоды. Это очень крутая штука. А мы полетели в минера. Начнется жаришка. $1. 5 баксов. Сейчас будет максимально простая. Ну, можно сказать простая. Но в другом случае тоже крутая. Что? Он просто лагает? Хорошо. 1.96 для начала пойдет. У меня просто очень сильно сегодня лагает компьютер. Вы уж меня извините. Ну, это связано с тем, что у меня просто сын подгузника на компьютере. 1.4090 видеокарта. 9 последнего процессора поколения. И все это работает максимально плохо. Поэтому, мужики, смотрите. 1.96 сейчас у нас прямо сейчас на балансе. Мы подняли в 2 раза больше. Давай попробуем сыграть в апгрейд. Но... апгрейд будет на коэффициент 1.5. То есть наша задача сейчас... Как же он долго все это делает? Как же он долго мувается? Мне это пипец как не нравится. Хорошо, но самое главное, что заходит. Потому что такое ощущение, что мы сейчас будем играть до конца света. То есть это будет настолько долго, настолько тяжело, что пипец. Но, с другой стороны, тактика сегодня простая. Играем в минера, играем в апгрейд, играем в минера. Кстати, по поводу тактик, господа. Хочу сказать сразу, что если у тебя есть тактика на минере, ты можешь прислать ее мне. Просто совершенно бесплатно. Я ее проверю, если ты поднимал нож и записал тактику. Если у тебя есть тактика, ты можешь мне ее прислать. Я ее проверяю. Если она работает, я присылаю тебе нож. Либо 5000 рублей. Как ты хочешь. Совершенно бесплатно. То есть сейчас тактика, которую мы проверяем, потому что тактика сегодня — это уголки. Мы ее уже проверяли. И по факту, допустим... Как же долго он буется, господи, я не знаю, пожалуйста. 4.49. Ладно, я заберу. Я заберу. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, почему он не нажался. Нет, я знаю, почему ложаю. Он... Ой-ой-ой, а что произошло? Так, а здесь еще была минка, прикиньте. То есть он мне засейвил или что это было? 4.49. Будто бы хайп, нет? Мы сейчас просто, благодаря тому, что жестко зависло, просто взяли. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Ну-ка давай посмотрим, что у нас в роли. А вдруг у нас сейчас в роли? Нет, ну 43 на 55, как будто бы черная падает, будет куча красных. Но пока не верю, поэтому давай подождем, отправимся в апгрейд. Блин, мне так на самом деле это не нравится, потому что постоянно происходят лаги. Вот, допустим, некорректный множитель, некорректный множитель. И из-за этого может сайт лагать, у тебя может быть один скин, потом другой скин, потом лагать, потом отлагать. И это может происходить абсолютно постоянно. В такие моменты даже хочется, знаешь, чтобы ты просто банально чуть-чуть маленько подпроиграл, потому что, ну, не постоянно же тебе выигрывать, да? Хотя вот обычно, когда вот такие лаги происходят, ну, типа, ты вроде не торопишься, играешь разменно, и, соответственно, благодаря именно этому ты можешь выиграть. Но у меня такое было много раз. Но, опять же, вот эти некорректные множители постоянно, пацаны, они не приведут ни к чему хорошему. Хотя, опять же, 1.5 зашло. У нас, чтобы вы понимали, 19 бачей уже, 19.75. То есть в краше... Ну, давай на коэффициент 2 зарядим. Кстати, чтобы вы понимали, вот сейчас я смотрю на коэффициент 1.28, 1.35. Очень, и еще один коэффициент. Это очень маленькие коэффициенты, при том, что это краш платный. Здесь, ой, пинг 297, 197. Блин, вот как же у меня все это лагает? Я не знаю. Но опять же, это не сайт. Потому что если бы это лагал сайт, он бы лагал абсолютно у всех. Здесь бы никто не играл. У меня просто бывает такое, что после стрима, во время стрима начинаются лаги. И просто пипец, ты ничего не можешь с этим сделать. Поэтому сейчас... 39.5. Мы заходим в минера. Если в минере прямо сейчас у нас заходит ставочка, попытаюсь сделать быстро.
Это 77 бычей. Как будто бы можно ставить на вывод. Ну ладно, окей, давай попробуем тогда так. Сделать небольшой апгрейд и после этого уже посмотреть. 77-36, господи, как это хорошо. Но, опять же, если сейчас еще и зайдет апгрейд, да еще зайдет полтора, это будет очень хорошо. Или очень плохо. Блин, не знаю, хорошо это или плохо, я не испытал никаких эмоций. Да, мы могли вывести спокойно ножик, но я не испытал эмоций. Промокод Predator плюс 100% на абсолютно любую сумму. Используйте. Промокод Predator 30 плюс 30% на 2, 3, 4, 5 и так далее. Обязательно используйте, пополняйте, кайфуйте. И самое главное, развивайтесь. На связи был я, Predator. До завтра.